Всем привет! Хочу немножко поделиться мнением о курсе Антона Бустера по саунд-дизайну. Могу сразу вкратце сказать, что берите, покупайте этот курс и не пожалеете. Потому что если бы мне перед началом курса кто-то сказал бы, что по итогам у тебя будет вот такой вот портфель, вот такой вот опыт работы над проектами полноценными, я бы вообще не поверил. Но по итогам все оказалось именно так. И в этом, наверное, самый главный плюс этого курса, то, что здесь очень много практики, здесь очень много работ. То есть по итогам в портфолио у вас будет работ 10-15, все зависит от вас. То есть если захотите делать все работы, которые задействованы в курсе, то флаг в руки, только в путь, это только будет плюсом для вас же. Вот. По итогам у вас сформируется действительно большое портфолио, при этом портфолио это будет на разные стилизации, то есть вы поработаете и над кино, поймете, как взаимодействует там фоли, эмбиенсы, окружение, как вообще наполнять картинку звуком, поймете, как работать с простой анимацией, с какой-то мультяшной детской анимацией, как работать со сложной мошн-графикой, там, начиная от какой-то органической штуки непонятной, заканчивая космосом и таким чуть ли не чужим, как в фильме «Чужой». Вот. Также поработаете и над играми, поработаете и над какими-то магическими звуками. Озвучите монстров, при этом, да, там, задействуя себя, задействуя свой голос, можно тоже повеселиться в этом плане. В общем, информации много, практики много, работ много, всего очень много. На самом деле курс, наверное, можно по времени растянуть на месяца 3 в среднем. Ну, в зависимости от вас, как вы будете быстро усваивать информацию и делать домашки. Вот. Это что говоря о курсе. Что, если говорить о преподавателе, об Антоне, то здесь тоже все очень, не знаю, все положительно. Антон, ты крутой чувак, спасибо тебе за все, потому что реально за все это время мой скилл настолько поднялся, что я не знаю, я теперь вообще не боюсь и не переживаю браться за любые проекты. То есть, если раньше, до этого, я крутил какие-то звучки, то есть у меня была теория, но я совершенно понятия не имел, как приступить к проекту, как его закончить от и до, то сейчас я наоборот каждый день ищу какие-то видео, хочу их заредизайнить, редизайню их, то есть наоборот появилось какое-то беспокойство и страх, они отпали, и теперь, благодаря этому курсу, ты сидишь и делаешь, и вообще не представляешь, чтобы ты занимался чем-то другим, кроме саунд-дизайна. Вот. Поэтому курс очень классный, курс довольно-таки объемный. Там будет и синтез, и запись на рекордер, как обрабатывать звук, как его реставрировать, как закидывать вообще в проект. То есть, в принципе, наверное, единственный момент, если вы вообще ничего не знаете о саунд-дизайне, если вы никогда не открывали DAW, наверное, я бы не рекомендовал вам сначала сюда идти. Лучше чего-нибудь почитайте, потыкайте, попробуйте что-то сами, вот, потому что я пришел на этот курс все-таки уже с теорией, и
Мне она очень помогала, потому что той терминологией, которой оперировал Антон, то, что он делал в течение курса, это очень сильно мне облегчало жизнь, очень сильно мне помогало в понимании и в усвоении материала. Вот. Но если вас это не страшит, если вы готовы, типа, да, пофиг вообще, в течение курса и теорию, и практику, и это все я выучу, то, ребят, этот курс реально для вас. Еще, кстати, я вспомнил один немаловажный момент, наверное, один из самых важных даже моментов, то, что Антон по итогу курса, там, в предпоследнем модуле рассказывает, как искать клиентов, как выходить на заказчиков, как вообще работать, как с ними взаимодействовать, как работать над коммерческими проектами. То есть здесь очень много полезной инфы. Раньше я вообще представления не имел, как взаимодействует саунд-дизайнер с заказчиками, с клиентами, как вообще строится работа. То теперь после этого курса у меня просто вопросы отпали сами собой. И это очень круто. Это реально, то есть тебе не нужно выискивать потом самому всю эту информацию, да, копаться, может быть, взрываться в этой информации непонятной и вообще не знать, что делать, да, то есть здесь по итогу все очень здорово. А что еще можно сказать? В общем, если говорить по итогу, то я всем рекомендую этот курс, кто хочет заниматься саунд-дизайном, кто хочет потом работать над коммерческими проектами, не бояться вообще каких-то новых работ, потому что, опять-таки повторюсь, курс охватывает практически все направления в саунд-дизайне. Практически все сферы. Ну, не считая гейм-аудио, потому что это вообще отдельная тема, которая нуждается в отдельном курсе. Настолько она масштабная. Вот. Поэтому, что еще можно сказать? Да, наверное, ничего. Все будет интересно. Записывайтесь на этот курс. Я надеюсь, что я как-то конструктивно преподнес информацию, преподнес какой-то отзыв, вот, и дал вам хоть какое-то понимание, что из себя представляет данный курс. Поэтому всем спасибо, любите звук, уважайте звук, помните, что звук важен всегда, вот, и надеюсь, не прощаемся. Может быть, вы станете работать в этой сфере, и мы с вами сделаем какой-нибудь проект вместе. В общем, всем спасибо. Пока.